Внешность бывает обманчива. Разглядывая скриншоты Дарвини за несколько месяцев до релиза, мы подумать не могли, что это окажется чем-то большим, чем всего лишь безупречной стилизацией. Трон 2.0 от мира стратегий, так тогда окрестили игру. Оказалось, Дарвини вовсе не стратегия. И не аркада. И уж тем более не экшен, РПГ и далее по списку. Ее вообще нельзя причислить ни к одному из существующих жанров. Игра переносит нас в виртуальный мир, придуманный одним гениальным ученым. Тот создал дарвинианцев, разумный электронный народец, собственной цивилизацией и даже религией. Но идиллию, как и положено, нарушили злобные вирусы, которых игроку и предстоит теперь уничтожить. Первое впечатление от игры — шок и растерянность. Что, черт возьми, это за бред в 100% случаев приходит на ум новичку? Но понадобилось всего несколько минут, чтобы понять суть игры и полчаса, чтобы остаться играть в нее до конца. В Дарвинии вам разрешено иметь всего лишь 3 программы, 3 юнита. Создаются программы как Black and White, рукописным творчеством в воздухе. Один тип юнитов — Squad. Это ваше главное оружие и гроза всех вирусов. Управляется он прямо как преснопамятным Cannon Fodder. Остатки отправленных на тот свет вирусов собираются инженерами, это второй тип юнитов, и позже превращаются в зеленых дарвинианцев. Также инженеры служат для захвата зданий, что расширяет вашу территорию, и специальных кусков кода, которые идут на апгрейд вашего оружия. Постепенно события обретают больший размах. Маленький, но гордый народ дарвинианцев встает на заводы и седлает оборонительные турели. Начинается настоящая бойня за маленький виртуальный мирок, который становится вам откровенно по кайфу. В целом, передать суть и прелесть геймплея Дарвини словами сложно. Мы вот, к примеру, уверены, что и сейчас вы думаете, что все происходящее на экране — это какой-то бред сумасшедшего, а мы тут все немножечко того, тронулись. Тем не менее, стоит лишь попробовать поиграть в это «тронулись», и свобода маленьких зеленых человечков станет для вас делом как минимум одной бессонной ночи. Такой вот артхаус от мира компьютерных игр.